Здравствуйте, друзья! Mavir Winner Flame, универсальное удилище всех времен и народов. Очень она нравится рыболовам. Тест 100 грамм. Вот такая, вот такой защитный колпачок мощный. А на все случаи жизни от пули и град. От пули и града. Значит, дальше разгрузочное кольцо на хлысте 2. Раз два разгрузочных кольца. И, соответственно, одно разгрузочное колечко будет на втором колене. Армированный бланк. Специально такой плетеночкой сделан. Надежный катушкодержатель. Достаточно удобный в плане диапазона хода. То есть сюда катушки влезают и 3000, и 3500 совершенно спокойно. Металлическая заглушка защищает, соответственно, торец. Плюс можно в случае чего менять хлыст, либо второе колено, если у вас поломалось. Вставки колец надежные. Повторюсь, тест 100 грамм. В этой серии есть еще и другие длины. Обращайтесь, кому нужно. Просто пятерка, она самая востребованная. Поэтому я, в общем-то, ее презентую сейчас. Транспортная длина 120. То есть тоже удобно. Диаметр комля 24. Ну и по весу 350 грамм. Вот такой вот достаточно простенький чехольчик. В общем-то, ни на что не претендующий. Друзья, разложили, смотрим строй. Быстрая, хорошая палочка. Мне очень нравится. Пятерочка, смотрите. Прямо одно удовольствие. Да, она такая мощноватая, конечно, но на живца, на карпа. Давайте нагружаем, посмотрите, как она работает. Видите, вот с двух рук я изо всех сил тащу, ну, сами понимаете, 100 грамм. Смотрите, как она распределяет, то есть поломать ее крайне тяжело. Итак, друзья, посмотрели, заказывайте в Мультифиш, подписывайтесь на 3 социальные сети, ВКонтакте, Телеграм, YouTube. Сможете получить 2 запчасти в год бесплатно на удилище, купленное у нас в период действия такой акции. Когда они закончатся, я не знаю, но пока вот 2 года мы такие акции уже на многие бренды проводим. Второй момент. Бессрочная гарантия на заводской брак на все удилища, купленные у нас. Точность также, вы подстрахованы, фактически у вас каска. Покупайте, заказывайте, обязательно подписывайтесь. Большая просьба к вам, под роликом находите такой пальчик вверх, ставьте лайк, подписаться нажимайте, если у кого-то колокольчик. Для меня это большое спасибо от вас. Продвигается видео, большое количество просмотров, ну и, соответственно, для меня это большой плюс. Всего вам доброго и до новых встреч!